фойе ГДК играл духовой оркестр, создавая праздничное настроение пришедшим на торжественное мероприятие. Зал красочно оформлен танцевальным номером под патриотическую музыкальную композицию, открыт вечер, посвященный защитникам Отечества. Под внос знамен зрительный зал встал, звучит гимн. Со сцены гостей приветствовал начальник учебного центра ВМФ имени Леонида Гавриловича Осипенко, капитан первого ранга Сергей Пироженко. И защитник Отечества – это все мы, все, кто присутствует в этом зале, все патриоты России, все, кто борется за нашу обороноспособность, делает все возможное и невозможное. Это не только Советская армия, военно-морской флот, это гораздо глобальнее, гораздо шире. Еще раз повторюсь, это все патриоты России, всех, кого держит, благословляет Родина. Свои слова поздравления участникам торжества адресовали глава городского самоуправления Геннадий Артемьев и руководитель администрации Татьяна Леонова. В этот день жители Обнинска, Калужской области, всей России выражают глубокую благодарность и уважение к людям ратного труда всех поколений. Мы гордимся нашими героическими страницами истории. Мы сохраняем память о подвиге наших дедов, прадедов, родных и близких. И сегодня ратные традиции русского воинства продолжают те люди, кто защищает нашу Родину в зоне специальной военной операции. Мирное небо над головой мы отстаиваем уже 2 года. Долгих года. 2. Ребята на передовой, мы с вами здесь, помогаем, чем можно. Это то, что объединило весь город. Это то, что не дает ни на минуту забыть о происходящем. Это гордость за тех ребят, которые на передовой. Особыми гостями праздника стали участники специальной военной операции. Их приветствовали аплодисментами всего зала. Один из бойцов поднялся на сцену выразить благодарность городу за поддержку и помощь, которую в Обнинске оказывают фронту и семьям участников специальной военной операции. Концертную часть торжества взяли на себя артисты городского дворца культуры и коллективы городского творческого сообщества. Дмитрий Глухов, Елена Филина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ.